Патриотический марафон. В Армавире в торжественной обстановке подвели итоги ежегодного месячника. Промышленное производство. Глава города познакомился с ассортиментом продукции двух предприятий. Юнармейское движение. У городской детско-юношеской организации появился собственный штаб. Смотрите программу «Новости Армавир» по будням в 19:00, повтор в 6 утра, 6:30 и 12:30, а также в любое время на сайте городармавир.ру.